Здравствуйте. Из машинки выйдите, пожалуйста. А что это вы делаете? Удостоверение свое. ХАЕ 2068, пожалуйста. Удостоверение предъявите свое. Я уже из автомобиля вышли, уважаемый. Вы что, преступник? Вы удостоверение покажете или нет? Покажу, конечно. Ну, покажите. Представьте, документы ваши. А кто вы такой? Я должен на опережение идти, работник милиции. Вы преступник? Удостоверение 2068. Я говорю, вопрос. Пожалуйста. Так, Белов Александр Алексей. Алексей Николаевич. В связи с чем? А что это вы снимаете тут дело? Документы а ваши что? Сижу. Подозрение вызвали. Сижу. Уважаемый. Да. Слушай. Что, кошки-мышки? Документы ваши. Да что, фотосессия? По причине какой? Уважаемый. Да, я говорю, подозрение вызвали. Может, вы захватили машину? Из автомобиля выходим быстренько. Чего вы кричите? Я говорю, из автомобиля выходим. А вы чем-то подозреваете меня? Из автомобиля вышли, документы предъявили. Причина проверки документов. Я вам сказал, подозрение вызвали. Какое? Документы предоставьте. Пожалуйста, подозрение какое? А? Подозрение какое? Какое? Да. О том, что вы угнали автомобиль. Документы а как я могу угнать, если я сижу? Я говорю, документы предъявите, завладели автомобилем. Как это я завладел? Уважаемый. Вот я видел, как вы хотели завладеть, ворваться в частную собственность. Вот это я видел. Нет. Как это нет? Я не хотел. Ну а я видел свой. Нет, конечно. Почему? А почему да? У нас паспортный режим или что? Что тогда, эвакуатор вызываем? Вызывайте, я пассажир, пожалуйста. В автомобиле выйдите, пожалуйста. Ручки уберите, пожалуйста. Частной собственности ручки уберите. А я ручки, документы предъявите. Хорошо. Хорошо. Не было. Дежурный сейчас телефончик, пожалуйста. А? Телефончик дежурной части. Я уже документы предъявили, уважаемый. На каком основании? А что вы делаете? А ничего не делаю. О, делаю? Порча имущества, да? А? Порча имущества? Какое? Как какое? Ну вот вы только что вот лопнуло. Да не, оно так и было. Да, было. Ну мы докажем в суде. Что? Какой-то вы неадекватный, товарищ прапорщик. Чего? Ну я не знаю чего. За машинку выйдете? Как вы в частную собственность? Не, не могу. Почему? А меня что, какой-то закон обязывает или что? Телефончик дежурной части. Пожалуйста, Антон, вы документы предъявите, уважаемый. Сейчас, секундочку. Да не секунду, документы. Адекватно ведите себя. Документы предъявите. Я себя веду адекватно совершенно. И... ХАЕ 2.0. Алло, алло. Здравствуйте. А я звоню вот по такому поводу. Тут врывается в автомобиль товарищ прапорщик. Как фамилия? Как фамилия, товарищ прапорщик? Я вам уже представлялся трижды. Белов Алексей Николаевич. Прапорщик Белов Алексей Николаевич, номер жетона ХАЕ 2068. Я сижу в автомобиль. Я сижу в автомобиле ВАЗ 2110 в Кардашинке. В Кардашинке. Фамилия Гришечкин Дмитрий Васильевич. Он мне неадекватный, я не знаю, кричит, вот поломал мне только что мухобойку. А? 7 апреля 87 год. 87 год. 87. Черноморская. Село Черноморская. Победы, дом 2.
Не, я сижу в машине, вот пассажир вот сбоку я сижу. Он подошел, начал врываться в автомобиль, открывать дверь, но дверь была закрыта. Сейчас. В милицейской, но он фотографирует, не знаю. Он поломал мне только что частную собственность. Я прошу с ваших требований вызвать наряд. Кардашинка, Кардашинка. Кафе это с правой стороны. Гастроном вижу. Вот поворот на Кардашинку сразу, вот это перекресток, поворот на Кардашинку. Не, он обломал вот этот ветровичок, что над стеклом. Я не знаю, в каком он состоянии. Он кричит, не дал закрыть даже окно. То есть он... Хорошо, я сразу при въезде этот, перед Кардашинкой, с правой стороны, вы увидите. Да, перед поворотом на Кардашинку, сразу с правой стороны, это 21-10, мокрый асфальт. И восьмерка, да. Номер 1670, ВТ-1670, АТ, да. 0,50, 0,80. 75-92. Попрошу побыстрее, потому что я не знаю, он какой-то неадекватный. Он ломится в машину, пытался открыть частную собственность. А? Перед поворотом на Кардашинку справа... Тут поручни от эти металлические, желтые. Да, да, мы просто стоим. Пожалуйста, побыстрее. Перед поворотом, да, Кардашинка. Они увидят, если приедут. Спасибо. Да, такого еще не было. Документы, сейчас подождите. Мы подождем опергруппы, и мы потом пообщаемся. Сейчас она едет. Документы я... на машину. Нет, пока милиция не приедет, я с вами не буду общаться. Почему вы не будете? Потому что я вас боюсь. Вы только что мне поломали вот частную собственность, что и врывалась. Уважаемый. Я покажу в суде потом. Мы еще встретимся уважаемый, с вами. Документы, мы с вами еще встретимся. Я говорю, вот мое служебное удостоверение еще раз в присутствии свидетелей. Вы представляться да. будете? А у нас что, паспортный режим или что? Белов Алексей Николаевич.
Так, ставим на паузу. Память нам нужна будет до приезда милиции. Все, счастливо, удачи. А мы милицию подождем, товарищ прапорщик. Какую? А мы что, не милиция? Нет. А я вызвал милицию, мы сейчас будем разбираться. Я вам не предъявлял присутствие. А мы сейчас будем разбираться, сейчас придет милиция за то, что вы врывали. Так. Вы документы даже не предоставили. Вы зачекайте. Зачекайте, не текайте. Чему вы текаете? Вот так вот. Номер 0258.